Ребята, привет! Хочу показать, что произошло с комплектующими мясорубки после посудомоечной машины. Они стали вот такого вот цвета. Здесь я уже потер. Оттирается, в принципе, легко. Просто намоченной тряпочкой. То же самое и здесь. Оттирается. Предметы, которые сделаны из стали, они все чистенькие, аккуратненько. Чистенькие и аккуратненькие. Эти же потемнели, покрылись каким-то налетом. Порошок Сомат, стандарт порошок, немецкий стандарт качества, содоэффект. Что произошло, не могу сказать. Применял другое средство раньше. Такого с дюралюминием не было. Алюминий, это дюралюминий. Дюраль. Ну, легкие предметы. Может быть, какой-то другой состав, что повлекло образование вот этого вот покрытия. Так что, ребята, смотрите, какие порошки покупаете. И что закладываете в посудомоечную машину. Хотя на порошке в инструкции не написано о алюминиевых, дюралюминиевых предметах ничего. О посуде такой. Ну все, до скорых встреч.